Я купила килограмм палтуса, порезала его на стейки и, уложив в миску, сверху немножко подсолила. Все. Больше я ничего с палтусом не делала. Сейчас я вам покажу, как я свой палтус буду обжаривать в электрогриле. Я включила электрогриль и даю ей нагреться. Вот я выложила на гриль рыбу. Сейчас я закрываю гриль сверху. Палтус шкварчит и жарится в гриле. Запах уже пошел. Очень-очень-очень ароматно пахнет моя рыбка. Чем хороша еда, приготовленная в гриле? Да тем, что она жарится не на масле. Значит, этот продукт получается полезным для организма. Электрогриль подала сигнал, что готовка закончилась. Вот я открыла и показываю вам рыбку. Аромат идет по всей кухне. Очень-очень-очень-очень вкусно пахнет рыбка. Уже пора ее пробовать.